Привет всем, кто меня смотрит. Сегодня с утра решила приготовить хинкал. Я готовлю первый раз. Надеюсь, получится. Я все беру на глаз. Сразу добавляем соль. Соду. Столько же. И добавляем яйцо. Конечно же, кефир. Я добавляю еще немного муки. Забыла просеивать. Тогда тесто получится лучше. Отлично. Вот и все. Получилось вот такое тесто. Оставляем отдохнуть на 10-15 минут. В качестве соуса у нас будет огонек домашнего приготовления. Добавим сюда немного укропа для свежести. Хотела приготовить соус из кефира, но, к сожалению, банка упала со стола, банка с кефиром, и она разбилась вдребезги. На счастье, как говорится, да? Тесто раскатала буквально чуть-чуть, где-то сантиметр, возможно, чуть меньше, думаю, достаточно. В общем, поняли, да? Вода закипела. И отправим наши хинкали. Вот они. Закрываем крышку и оставляем на 5 минут. На 4-5 минут. Некоторые говорят на 3 минуты. Не знаю, сейчас посмотрим. Ой, закипает, смотрите. Подержим еще 2 минуты, наверное. Все, убираем. Боюсь передержать. Опа. Где-то передержала, кажется, да? Хотя прошло всего 3 минуты. Вот так. О, передержала. Скажите, пожалуйста, что я не так сделала? Все-таки я передержала, да? Хорошо, что я приготовила мало. Как видите, я все-таки передержала. Хотя вроде держала 3 минуты. Вода стояла на сильном огне, может, поэтому. Вот хинкали с хаза. Давайте попробуем. Тесто вкусное. Блин. Значит, огонь надо ставить среднюю. А если на сильном огне, то минуты две. Вот так. А так вкусненький. Еще бы. На кефире, да, тесто. Хаза наш любимый. Вчера мы ели бешбармак. Остался хаза. Жиром. Как раз то. Очень вкусно. Хорошо, что я оставила тесто. Из оставшегося теста делаю борсаки. Кихша, точнее. Вот, смотрите, какие пышные получились. Смотрите.